в качестве кандидата дядя приезжает мисс Эндрю. Вы помните, в фильме мисс Эндрю играет Олег Павлович Табаков. Ну, в общем, конечно, эту роль должен действительно играть мужчина, потому что это дама большого запаса мощности, скажем так. Великолепно это исполнял Виктор Семенович Берковский. У меня невольно будут возникать его интонации. Мисс Эндрю входит хозяйской походкой, оглядывает дом, мистера и миссис Бэнкс. Детей почти что не замечает, так давит их незначительным взглядом. И что творят на белом свете кустики, цветочки с репестом, кустики, цветочки с репестом. Здоровы все, а вот и дети. Знаете ли вы, кто прибыл к вам? Что я такое слышу? Какая чушь, какая дерзость, уши выдрать этому яйцу. Что за дикость, что за мерзость? Я даже всю эту дерзость доложу немедленно отцу. Обязательно стучу отцу, конечно. И сын, и дочь ужасны оба. Жалко, что отец их не сечет. А это странная особа. Мэри Поппинс? Дайте немедленно расчет. Что вы, я считаю Мэри Поппинс клад. Мэри Поппинс просто клад. Коль ее, я же считаю, в доме будет ад. Не подпускать ее к порогу. Все, что вы сказали ей в дом. Если я привык к другому, то поверьте, слава Богу, я не ошибаюсь никогда.